Всем привет, с вами магазин Десорт, и мы рады представить вам новинку наших обоев от производителя Касселио, это Франция, и называется этот прекрасный каталог Flower Power, что означает название «Цветочная сила» или «Сила цветов». В принципе, весь каталог разделен на месяцы, и каждому месяцу соответствуют определенные дизайны по цветочным мотивам. Посмотрите, какие мелкие цветочки, красивые, яркие, на белом фоне. Эти обои очень качественные, они плотные, чистящие, стойкие. Такой вот есть дизайн абстрактный, его можно сочетать с цветами. Они как раз являются компаньонами друг к другу. Эти обои идут в винилно-флизелиновой основе, полметровой ширины. Посмотрите, какой яркий дизайн. Здесь цветы мы видим более такие абстрактные, что-то такое графичное, покрупнее, чем первые цветочки, которые мы посмотрели с вами. Еще больше формат цветов. Смотрится прям так очень сочно, ярко. Так даже, скажем, по-весеннему. Очень много здесь есть фоновых вариантов. Тоже посмотрите, какой насыщенный зеленый цвет. Следующий принт. Здесь, не знаю, насколько видео хорошо передаст, есть такой небольшой перламутровый блеск. И поверх нанесен сам рисунок в виде листочков, цветочков. Тоже таких очень милых, нежных, маленьких. Прекрасно это будет сочетаться в спальне. Даже на кухне. Вот здесь, видите, фрагмент изображен. Как раз использование на кухне таких обоев. Дальше идут листочки, то что-то ближе уже к началу осени. Называется это коллекция «Сентябрь». Такой вот красивый желтый цвет. В этом каталоге, обратите внимание, есть панно. Здесь такие очень крупные цветы на высокий потолок. Посмотрите, как это роскошно смотрится. Цветочная гамма подобрана довольно интересно. Здесь каждый сможет найти что-то на свой вкус. От каких-то более нежных вариантов до ярких. Французы, как всегда, умеют удивлять. И посмотрите, однотонники полностью отражают ту палитру, которая использована в основном принте. То есть они гармонично будут друг с другом смотреться, дополнять друг друга. Вот, пожалуйста, такие оттенки более осенние, что-то такое горчичное, коричневое, серенькое. Пастельно-бежевые оттенки с таким каким-то кофейным отливом. Есть очень красивые зеленые, прекрасно смотрятся, на мой взгляд. Что-то такое более нежное. Красивый такой серо-голубой цвет фоновый и беленькие цветочки. Если пространство позволяет вам, собственно, если оно такое более пустое, так скажем, то можно использовать такие вот смелые решения. Есть белый фоновый такой цвет с небольшой фактуркой под крашеную стену, имитация крашеной стены. Такой мятный красивый цвет, тоже часто спрашивают. В общем, каталог очень такой нежный, красивый, цветочный. Так что, если вы любитель цветочных обоев, вам явно к нам смотреть данный каталог и много других. Всем спасибо, пишите свои комментарии, приходите к нам в магазин.